Сучасні технології, відеопроєктори, мультимедійні екрани, датчики, голограми створюють ефект присутності. Літось експозицію поширили, додавши вагон, який розказує про воєнні трибунали над нацистами. Часть вагона нового, вона посвящена вже трибуналу над фашистами, над німцями. Це Нюрнберзький трибунал. Мы воссоздали первый ряд скамьи подсудимых, причем это были самые отъявленные преступники нацистской Германии. Ну и, конечно, показали нашего героя. Для нас это важно, чтобы поколения помнили о том, что сделали наши деды, отцы, какой подвиг они совершили для нашей свободы. В мире очень неспокойно. И поэтому сейчас молодежь должна помнить о том, и чтить эту память, и побывать на таких местах, чтобы осознать то, что происходит во время войны. Она не несет, к сожалению, ну, ничего хорошего. Моя мама была во время войны еще ребенком, и я немного знаю вот с ее слов, как все происходило. И хочу, чтобы вот это поколение знало про войну, не чувствовало войну, чтобы был мир. Культурно-освітницький громадсько-патріотичний проєкт «Тягнік перемоги» на протягу найближчих 4 тижнів побуває у 23 білоруських городах. У нашому регіоні – у Жлобіні, Калінковичах, Речиці і Гомелі.